Да, и сегодня на море мы с Алиной поиграем вот в такую детскую карточную игру. Да. Называется? Семья. Да, счастливая семья. Здесь нужно собрать карты по профессиям. От 1 до 6. Вот у нас такие карты. Да. Мы их уже потасовали. Мы с Алиной будем играть 1, 2, 3, 6. Да. Потому что Алина 4, 5 еще не сильно любит циферки эти, да? Я уже знаю 6. Ну что, начинаем игру. Я сейчас буду тасовать. Это что? Колоды. Это колода? Да. Это я раздал по 4 карты Алине и себе. И вот смотрите. Опа. Антон, у тебя есть? Алина должна спросить, какая у меня есть карта. Она сейчас будет спрашивать. Антон, спрячь, не показывай мне. Антон, у тебя есть? Повторен по номерам 1. Посмотрим, есть ли у меня почтальон под номером 1. Нет, Алина, такого почтальона у меня нету. Бери карту. И не показывай. Ну, теперь я буду собирать. Мне нужно собрать либо таких 4, либо таких, либо таких, либо таких. Ну, спросим, Алина, у тебя есть почтальон под номером 6? Нету. Нету? Ну, теперь я беру карту. У меня только мышка есть еще. Теперь Алина спрашивает снова. Это у тебя есть выбор под номером... Ой, повторюсь, под номером 2. Почтальон под номером 2? И какой? Какой у тебя есть? Нет, у меня почтальона под номером 2 нету. А не скажу, это секрет, ты должна узнать. Какой? Нет, убери карту. У тебя еще есть какой-то. Антон, у тебя есть пекарь под номером 1? Пекарь под номером 1? Алина, а ты точно спрашиваешь то, что надо? Пекарь под номером 1, наверное, у тебя. Два? Да. Есть, на, забирай. Я семья? Не семья? Нет еще. У тебя есть пекарь под номером каким? Я не знаю, каким. Ну, посмотри, какие у тебя номера есть и какого не хватает. Два, четыре не хватает. Под каким номером тебе нужен пекарь? 4! Нет. Два, три, четыре, пять. Да, есть, Алина, вот, бери. Ты собрала семью? Да. Ну, давай их всех сюда. Эти карты не показываешь. Не показываю. Да, чтобы я не видел. Я сама. Я покажу на видео. Вот такую вот семью мы собрали. Номера, ну, не мы, а Алина. 1, 2, 3, 6. Так. Сейчас я разложу, покажу, кто у нас тут. Тут у нас мышки. Под номером 1 идет дедушка, под номером 2 бабушка, под номером 3 папа, под теми номерами, которых у нас 4, идет мама, номер 5 сын и вот номер 6 дочка. Но мы собрали сейчас семью. Кстати, можно спрашивать не только пекарь под номером 3, а можно еще спрашивать, нет ли у тебя, например, папы мышки или папы пекаря. Можно собирать по-разному. Это у нас идет Алине. И семью собрала. Теперь собираем дальше. Больничка под номером 6.
нет, у меня такой нету, бери карту. Нет, Алина, больнички у меня нету, бери карту. Нам собрать. Давайте попробуем собрать пожарных. Алина, у тебя есть пожарный под номером 2? Нету. Нету? Ну что, тогда я беру карту. Да, есть. Где? Вот этот бери. Опа. Отдали Алине пожарного. Так, ну что, понравилось тебе? Да.